Здравствуйте, получила посылочку с этой Херп. Эта посылочка у меня была доставлена в Боксбери. Дошла за где-то 12 дней. 21 июля мне ее отправили. Моментально отправили после того, как я сделала заказ. Буквально час прошел, мне отправили очень быстро. Шла она 12 дней. Сегодня 2 августа, она уже в Украине. Но попала на выходные, поэтому немножечко задержалась. Так бы она вот за 9-10 дней уже бы ко мне попала. Ну, пришло даже 2 посылки. Сейчас я сделаю распаковку по очереди. Вот эта посылка, здесь что-то шумит, рассыпалась какая-то крупа. Сейчас я буду делать распаковку, посмотрим, как оно дошло. Повреждена и 2 посылка. Дырка в ней как бы есть. Скотч не сорван, поэтому это внутреннее сейчас повреждение. Все рассыпается. Это у меня, видимо, прорвался пакет с крупой. Сейчас посмотрим аккуратно, что здесь такое случилось и кто в этом виноват. Ну, вот такая картина получается. Рассыпалась вот это у меня крупа. Сейчас до нее доберемся. Сейчас я по очереди все расскажу, чтобы по очереди достать, потому что там пол посылки. Это получается у меня здесь безглютеновая смесь для панкейков. Впервые я заказываю. У кого аллергия на глютен, вот такие есть вкусные по описанию панкейки. С них можно поэтому с этой смеси делать еще и вафли. Их тут немного получится, конечно, но все же. Это вкусная, наверное, вкусная, я еще не пробовала, шоколадная паста с фундуком, с лесным орехом. Смотрим, я в обзоре покажу. Мыло от Гран-Па, дедушки. Это получается мыло от Акне с серой. И добираемся до нашего рассыпавшегося продукта. Нормально все запаковано, ничего не пролилось. Здесь очень сильная пломба. Я заказала фульвовые минералы. Energy Boost. 70 минералов здесь должно быть. Я другой марки заказывала, она 2 раза дороже, $36 стоит. Ну вот я брала с 50% скидкой в коротких датах, уже выпила, делала минеральную воду. Просто колпачок набирала, добавляла в 1,5-литровую воду, обычную минералку, и пила. Здесь очень большое количество фульвовых минералов, они придают энергию и как бы получается заменяют всевозможные мультивитамины. Ту, которую я брала другой марки, там, смотрите мои видео, она темная, это должна быть не темная цвета, то есть она делала воду темная такой, я показывала. Так, рассыпалась, это я уже вижу, что киноа прорвался, не запаковали ее дополнительно, и прорвался этот пакетик. Жалко, я хотела попробовать киноа. Ну, вот так вот она выглядит. У меня в предыдущей посылке был кондиционер, 70 грамм, а не хватало в нем, была сорвана пломба, и мне возместили $12. Ну, сколько вот он стоит, столько возместили. Единственное, что доставка не возмещается, сумма доставки. Потому что каждый продукт идет с доставкой. Впервые я заказала амарант. Киноа я, кстати, пробовала. Это или что это было? Киноа? Или это амарант просто? Это не киноа просыпалось, это вот что просыпалось, дырка. Это у меня не киноа просыпалось, это у меня амарант. Здесь у меня повреждена дырка вот такая вот. И высыпался он в посылочку. Вот, ну, я думала, что киноа. Ну, действительно, это не киноа, киноа покрупнее зернышки. Вот, амарант попробую. Амарант это полезная очень такая кашка. Можно, по-моему, даже с него делать хлеб, там, по-моему, что-то такое. Содержание здесь очень большое белка. И очень вообще полезная вкусная кашка. Амарант, по-моему, раньше как-то он еще называется, его ели всякие старцы, и, в общем, его как-то Петр Первый, я слышала, что даже запретил в России, поэтому он очень полезный, как бы молодость продлевает. Это кверзатин от аллергии, сейчас сезон аллергии, кому нужно какие-то препараты против аллергии, советую кверзатин, где-то 2 капсулы 3 раза в день, и все ваши симптомы будут уходить. Он не лечит как бы 100% от аллергии, но снимает симптомы и не дает довести ситуацию до осложнений каких-то. Так, еще выкапываем чаванпраш. Это получается от Paradis марки. У них натуральные очень хорошие составы. Paradis марка. Vitality нектар называется аюрведический. Ну, на самом деле это чаванпраш. Сейчас там некоторые виды чаванпрашей сахирба
убрали. И вот сейчас вот такая новинка. Я, по-моему, даже скидка была. Я взяла со скидкой. У меня еще в другой посылке еще одна баночка. Буду пить Чаванпраш. Я сейчас еще себе в моей посылочке, там у меня последнюю посылочку, которую я заказывала, сейчас мне ее еще не отправили. В ней у меня будет шатавари идти. В Чаванпраше тоже есть шатавари, такая добавка для женщин. Но их можно сочетать. В принципе, пить и шатавари, и сам Чаванпраш. Чаванпраш — это такой подобранный нектар, как бы варенье, можно сказать, аюрведическое, которое нормализует все доши. Там по аюрведе есть, у каждого доша можно определить. Там есть информация в интернете, смотрите, книжки есть, как определить свою дошу. Но смысл аюрведического питания, чтобы вы во время принятия пищи удовлетворяли все свои вкусы. Почему часто нам хочется после обеда, например, сладкого? Потому что не было ничего сладенького. Так вот, Чаванпраша есть все вкусы. Сладкий, острый, кислый. Ну, в общем, все вот такие, там и пряные травы есть всевозможные. Он состоит из ягод. Ашваганда здесь в составе есть. Самое главное — это амла, это индийский такой, индийская ягода, очень полезная. Перец есть, вот как раз вот эту перчинку придает. Ну вот, по отзывам, я еще его не пробовала. Я, кстати, не брала чаванпраш сайхерба, я брала индийский чаванпраш обычно, который вот у нас продается. Ну, не дешевый всегда, как бы. Здесь 300 грамм всего. Обычно чаванпраш, по-моему, 450-500, ну, здесь чуть меньше. Вот, он принимается, одну ложечку пьет, съедается утром, можно запить. Ну, запивают молоком, кто пьет молоко. Просто можно водой запить. Я думаю, смысл не поменяется. Так, еще здесь у меня мельница. Сейчас ее сразу достаю, потому что коробка вся налипла, на нее крупа. Вот у меня такая гималайская соль. Я знаю, гималайскую соль пробовала. Красивейшая, крупная такая, большая мельница. Она... Скорее всего, это пластик, не стекло, я думаю. По ощущениям, это не стекло, потому что кто-то, я даже читала, писал, что стекло. Но это просто толстый пластик. Это гималайская соль с мельничкой. Очень красивая, можно купить дополнительно соль сюда. Гималайскую соль я пробовала у нас. Ее можно добавлять в пищу, но можно вот брать крупинку, вот такую большую, например, и растворять в воде. Получается, как можно чистку делать организма. Есть всевозможные рецепты очищения организма. Буквально крупинка добавляется в воду. Дезодорант новый появился, Лавера марка, на айхербе. По описанию он вроде как близок как Real Purity. Для разнообразия я его заказала. Попробую, расскажу, насколько он работает. Это шариковый дезодорант. Его здесь, наверное, немножко меньше. 24 часа вылит, как какие-то обычные дезодоранты. Вот такой шариковый дезодорант. Есть какой-то у него запах такой травянистый. Немножечко он такой кремовый. Очень похож, да, на Real Purity. Но запах, мне кажется, посильнее у него. Ну, свежий. Травянисто-свежий бы я его писала, кому интересно. Так, и еще у меня здесь в этой посылочке, это у меня шведская пыльца. Это для мужчин в основном добавка. От воспаления простаты она помогает. Надо ее принимать 3 таблетки ежедневно. Первые 3 месяца, а потом 2-3 таблетки в течение еще 3 месяцев. То есть полгода курс. Еще есть такая шведская пыльца на сайте Herb, там в составе с крапивой и еще с более сложными составами. Это самая простая, самая недорогая. Вот. Кому надо, хорошо снимает воспаление простаты по отзывам. У кого, ну, есть какие-то воспалительные процессы, можно сделать профилактический курс. Хорошо работает. Шведская пыльца у нас тоже продается, но очень дорогие препараты из нее. Это бальзам для губ. Покажу его уже в обзоре, когда буду обзор на посылочку делать. Тоже, кстати, марка Лавера. По-моему, была то ли скидка на эту марку. Ноябрь 2016-го. У него срок уже поджимает. По-моему, да, была скидка как раз, и я взяла. Ну, отзывы вроде на него хорошие. Это, то есть, это не бальзам, я неправильно сказала. Это помада-карандаш. Вот такая помада-карандаш. Цвет мой, как бы я цвет подбирала. В принципе, мне цвет нравится, такой коричневатый цвет. Покажу уже потом в обзоре. Вот такая была посылочка. Немножко здесь просыпалась крупа. Сейчас соберу и буду снимать следующую посылку. Смотрите обзор этой посылочки в следующем видео.
Спасибо, что используете мой купон на скидку SJS на 24 при первом вашем заказе. Вам будет скидка $5, но только если вы примените в первом своем заказе, будет $5 скидка, в следующих уже нет. Так что не пропустите возможность, когда делаете первый заказ, ввести купон на скидку SJS на 24. При последующих своих заказах вам будет кэшбэк от iHerb 10% от суммы вашего первого, предыдущего заказа. Уже после того, как вам отправят посылку, он будет у вас уже в корзине. Спасибо за внимание, всем здоровья, до свидания.